13 мая на Канонерском острове ОМОНовцы показали все тонкости своей нелегкой профессии. Перед началом выступления публике представили технику и оружие. Ребятне особенно понравилась машина БТР-80. Не только мальчишкины, и взрослые мужчины не могли оторваться от выставки вооружения. Арсенал ОМОНа разнообразен – пистолеты, пулеметы, винтовки, гранатометы. ОМОНовцы отвечали на вопросы и рассказывали о характеристиках оружия. Калибр, скорость пули, прицельная дальность – все это они знают наизусть. Прямо на выставке собирали книги для библиотек воинских частей. Кульминацией стали показательные выступления ОМОНа. Здесь лагерь боевиков. Лазурок находится в плену заложники. Спецназ освобождает заложников и уничтожает лагерь боевиков. Это все происходит в рамках программы по профилактике и борьбе с терроризмом. И хотя это была всего лишь имитация боя, и все патроны были холостые, адреналин захлестнул зрителей. Каждый смог почувствовать, как это бывает по-настоящему. Ни в кино, ни в книгах не передать, насколько опасна операция. Заложник был освобожден, и публика ликовала. ОМОНовцы показали навыки рукопашного боя. После выступления любители острых ощущений захотели сами пострелять из оружия. Вначале было неожиданно, и уши просто начало глушить меня сильно, но потом уже привык и стало все нормально. В конце гостей ожидала полевая кухня. Солдатской каши с чаем с лихвой хватило на всех. Мальчишки были в восторге от увиденного. И как теперь не хотеть быть похожим на того парня в камуфляже? Я бы хотел быть ОМОНовцем, потому что это держать оружие и стрелять, и убивать плохих. И добрые защищают Россию.